я его помню. Второй день. Они совсем право мне на жопу закидывают. Ой, бля, они немножечко урку помогли. Давай! Пошел. Все. Проедка, которая уже сугробами замело где-то на проспекте Руинбасар. Почему на концерте я ходила, она ко мне туда приехала, хотя второй водитель. Да. А я тоже на машине. Я уже пришел, назад мы едем на ту машину, мы его присели. Едем. А я остановился на Киеве, передали там. Давайте им наставим гвоздей. Да, Болотин? А что? Давайте найдем каких-нибудь гвоздей и наставим, чтобы кабаны там жили долго. Не, а мы будем подъезжать. С вечера уехал, так вот сюда пришел. Тебя с 4 утра забрали. Деда, я не знаю. Саунд где? Володя. А, он тоже пешком подошел? Нет, он на машине в болоте сидит, кабаны там. Он сидит, правда? Вы кому любите? Я думал, где-то в районе 4-х. А, здорово. Нет, вообще на 5-х. В районе 3-х. Тебя копали здесь. По 100 метров. Виталий Деверей, он вообще говорил, что ты меня берет. Нет, я ему сказал, я говорю, два варианта. Либо успеем, либо не успеем. Потому что вот в чате началась эта катавасия, типа. А, да, спасение сапога. Грит, твою мать. Что, нормально нырнул? Одевайся. Влад, возьми вот теперь бутылку и напи. Супер, берет, не можешь.